Ну что, ребята, сегодня мы будем с вами прокачивать своего дракона, ну или динозавра, чтобы он становился сильнее и смог победить всех. Я могу использовать способности, вот я могу царапать, могу хвостом ударять. Давай победим этого тренировочного бота. Ну-ка, на, получай, бэм, жесть, я кританул по нему. Отлично, мне дали какие-то сундучки. За эти сундучки мы, наверное, можем что-то себе купить, да? Так, вот у меня здесь есть прокачка, но ничего не куплен. Так, а можно, наверное, купить? Так, давай пока отсюда... О, у нас есть, смотри, есть такой динозавр. Так, есть вот такая кошечка, такой слон. Вау! Обалдеть, у нас здесь меха животных огромное количество. Ну, вначале давай прокачаем своего тираннозавра. У нас чек-ин есть, кажется, что-то. Можем здесь что-то забрать? Первый день. Так, ага, мы уже забрали... А, нет, вот только что забрал. Здесь у нас можно попытать удачу. Да, ну-ка, выбиваем отсюда. И что же мы получаем? 3 чертежа каких-то получили. Хорошо, и у нас есть какой-то подарочек. А, это за просмотр видео. Понял, и первый гифт. Ага, я его уже получил. Ну все, значит, я могу купить так. Вот это что-то такое. Давай, покупаем. Я купил какие-то... О, это рога! Обалдеть! Так, я проапгрейдил неплохо. Давай покупаем здесь еще. Что это такое? Усиление на свое пузо. Это что это такое? Тоже покупаем. Усиление шеи. Это что это такое? Покупаем. Так. О, смотри, появились крылья какие мощные. И так. Теперь давай еще здесь. Так, это что это такое? Так, о. У нас новый пак появился, обалдеть. Я могу дальше прокачивать? Так, что это такое? На рукавнике. Так, я сейчас все свои деньжата потрачу. О, наконец-то я могу прокачать свой хвост. Так, ну почему-то он сюда не ставится. Так, давай ставься. Не знаю, почему-то реально не ставится. Ладно, давай что-нибудь другое попробуем поставить. Вот это что это такое? Тоже не ставится? Надо проапгрейдить, что ли? Апгрейд. Так, ну и что? Что происходит? Он что-то разделился и все, и не собирается обратно. А, можно вот так проапгрейдить. Так, до второго уровня. Давай, проапгрейдили. И все. Так, я... А, я прокачал только одну вещь. Понял. Только одну вещь я прокачал. Ладно, значит, отсюда мы выходим. Одна вещь прокачана, а это почему-то не ставится так. Так, окей. Ну давай, ставься. Почему-то я не могу ее поставить, короче. А, во, поставился. И на хвост давай тоже. Давай на хвост. На хвост. Во! Наконец-то поставил. И все, у меня больше деньжат не хватает. Смотри, у меня теперь супер прокачанный динозавр. Давай попробуем вот этого тренировочного бота победить. Ну, я думаю, с таким динозавром-то мы вообще одолеем. У меня, кстати, способность появилась. Так, давай. Проверим ее. Бум! Отлично. Ну-ка, прокачанным хвостом как вдарим. Прокачанный хвост. Бэм! Хорошо. И давай еще рогом. Надо рог. Давай рог. Бум. Хорошо. Я его не победил. Ну, давай хвостом еще раз ударим. И это точно будет победа. Отлично. Есть. Забираем монеточки и идем побеждать вот этого динозавра. Что за динозавр? Какой-то носорог. Ну, давай проверим, у кого рог будет мощнее. Бэм! О, ну чего это не пробиваем? Жизнь он сколько мне срубил. Короче, он защищенный. Так, давай хвостом попробуем. Бэм! Жесть, я ему так мало здоровья сношу. А как мне его победить-то? Так, ну-ка, давай когтями попробуем. Может, когти сработают? Ну, нормально, я ему нанес удар, но он меня все равно победил. Да, мне надо апгрейдиться. Я понял. Чтобы его победить, мне надо прокачаться. Так, выходим отсюда. И идем прокачивать. А, не могу, мне деньжат не хватает, да? Так, ну давай хотя бы вот эту штуку поставим. Тоже усиление какое-то. И все, у меня деньжат больше нет, к сожалению. Так, а как мне теперь идти и сражаться? Так, здесь я победил. И этого... Давай вот этого, наверное, надо победить. Давай попробуем его победить. Кошка у нас здесь, хорошо. Ну, против этой кошки я, наверное, справлюсь. Давай, проверим. Бамч, о! Да это уже хорошо. Так, давай еще... Еще рогом мы проткнем. Бамч. Ну, что-то маловато было в этот раз. О, у нее двойная атака. Так, давай хвостом попробуем ударить. Хвостом. Давай, хвост. Давай, бамч. О, нормально было. Но все равно тяжеловато. Может, проверим, у кого когти сильнее. Бамч. Ну, нет. У нее когти сильнее явно.
А, у меня суперспособность какая-то разблокировалась, но она у меня еще не прокачана, поэтому я ничего не могу сделать. Будем ее бодать, поэтому давай забодаем ее. Бэмчи, есть, кританул и победил. Есть, забираем награду. Все отлично, награда есть. Теперь отсюда выходим и будем прокачивать. Так, апгрейд, да? Вот это что это такое? Что это такое? Так, надо набрать 20 каких-то очков. Я не знаю, что это такое пока что. Но давай будем апгрейдить. Давай проапгрейдим свои рога. Так, проапгрейдили. Отлично, можно дальше апгрейдить. Но я думаю, этого будет достаточно пока что. Давай мы его сделаем таким вот желтеньким. Так, еще чуть-чуть вот сюда. Отлично. Так, ну пока этого... Это максимум, что я могу сделать. Больше не хватает деньжат. Как мне теперь дальше сражаться? Сюда, ну, не знаю. Смотри. Сила 44 тысячи. А у меня сколько силы? Можно посмотреть? У меня 16 тысяч. Конечно, я его не смогу победить. Но, может быть, я смогу пойти на дуэль. Так, на дуэль я не могу пойти. Только могу здесь сражаться. Но, а я могу еще раз пойти сразиться с этим? Победа 4. А как мне получать дополнительные деньжата? Вот смотри, я перезашел, и у меня здесь новые враги появились. Обалдеть, какой единорог, слон. Да попробуем этого слона победить. Получится, нет? Жесть, он огромный. Обалдеть. Так, давай попробуем навалять ему. О, он бронированный, похоже. Жесть, он кританул по мне. Так, ну давай так хотя бы. Давай, бэмч. О, я тоже по нему кританул. Главное, чтобы он мне не каждый раз так критовал. Ну, слушай, у меня не хватает чуть-чуть урона, чтобы его победить. Так, давай еще. Да нет, может хвостом его надо. Давай попробуем хвостом. Бэмч, но он заблокировал. Так, давай еще. Тогда когтями, может, попробуем. Давай когтями. Когтями, когтями, когтями. Бэмч. Ну не, он меня побеждает. Он меня побеждает, этот слоняра. Надо, короче, взять... я думаю, надо других тренировочных победить. Давай вот этого хотя бы попробуем победить. Вот этого вот тренировочного бот. Он тоже достаточно сильный. Так, на, получай, бот. Ой, бэмч. Вот он сейчас мне втопит нормально так. Ну, хотя нормально, не жить можно. Давай еще. Бэмч. Есть. Давай, динозавр, побеждай его. Давай. Бэм. О, хорошо, кританул по нему. Вообще шикарно. Шикарно. Так, еще давай рогом вдарим. Отлично. Так, ай. Давай еще. Но надо прокачать все способности, я думаю. Вот эту суперспособность. Она, по-моему, крутая. Есть, этого победили. Хорошо. Теперь надо еще вот этих тоже быстренько победить. И забрать все деньжаты, которые можно. Так, давай, вперед. Вперед, атакуем. Бэмч. Что-то... Вот он кританул, а я мало на урон нанес. Давай еще по нему. Бэмч. Нет, мало. Мало, давай еще. Еще атака. Давай, давай, атакуй. Атакуй, бэм. Ну, плохо. Он может меня победить, хотя он слабее предыдущего. О, крит прошел, отлично. Все, сейчас мы его победим. Смотри. Бэмч, есть. Все, победа, отлично. И еще сейчас следующего победим. Тех мехозавров я, конечно, победить не смогу, пока не прокачаюсь. Давай еще. Бэм, есть. Этого будет тяжелее, наверное, победить. Давай, я не знаю, какие способности круче. Наверное, здесь надо как-то выбирать. Вот, допустим, хвостом можно ударить, да? Давай хвостом. Бэмч. О, кританул. Повезло, повезло. Давай еще рогом. Еще рог. Отлично. Хорошо. Давай еще, 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 еще. Вперед, 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 вперед. Бам. Есть. Ну, и один удар остался. Ну, слушай. Пока против этого вообще хорошо сражаться. Бэмч. Есть. Все, победа. Забрали целую кучу шестеренок. Болтов. Ну, а теперь сможем прокачать, наконец-то. Так, давай вот это прокачаем. Покупаем и ставим. Когти у меня появились, отлично. О, новые какие-то штуки. Ну слушай, они у нас прям этот, дорогие. Давай попробуем проапгрейдить. Проапгрейдить надо. Я не знаю даже, что мне надо проапгрейдить. Давай попробуем хвост проапгрейдить. Дополнительно есть. Все. И это на все, что мне хватило деньжат. Так, но сила у меня почти 18 тысяч. Почти 18 тысяч, маловато. Сюда я могу пойти? Нет, не могу.
Надо становиться сильнее. Но видишь, с этими я справиться не смогу. Хотя слона попробовать. Может быть, мне повезет на криты. Давай еще раз попробуем слона победить. Может, в этот раз получится. О, у меня новая способность появилась с когтями. Давай проверим. Бамч. О, крит прошел. Главное, чтобы он по мне мало дамажил. Давай еще когтями. Сейчас когтями мы его закогтим. Есть. Но мало. Давай еще надо. Так, ну, так он меня победит. Надо еще раз криты выебить. Давай, бамч. Нет. Так, о, он мало урон нанес. Отлично. Давай еще когтями. Еще. Крит. О, да. Отлично. Есть. Так, еще пару раз бы криты выбить. И вообще было бы хорошо. Давай, бамч. Маловато. Главное, чтобы он не кританул. Так, тоже нормально. Нормально. Мы сейчас победим этого слона, ребят. Давай. О, да. Еще. Так, еще удар. По-моему, остался один удар. Давай. Пэмч. Ну, победили? Да, мы победили этого слона. Хорошо. Того точно я не выиграю. Того я точно не выиграю, конечно. Так, но здесь я проапгрейдить себе ничего не могу, потому что все уже очень дорого стоит. Ну, прокачать я имею в виду. Какие-то новые способности себе. Но мне явно надо ноги прокачивать, потому что ноги незащищенные. Но если я сюда нажму... Ну и похоже, надо каждый раз игру перезапускать, чтобы у нас эта арена обновлялась. И тогда мы сможем что-то сделать. Но я немножечко так подфармил деньжат. Давай попробуем. Может, что-то-то мы сможем купить хотя бы так вот это на ноги. Отлично. Так, а все остальное у нас уже дорого, да, стоит? Но сил у меня маловато, конечно. Так, давай попробуем сразиться. У нас теперь есть какой-то вот такой вот тигр. Давай попробуем его одолеть. Жесть. Так, ну давай, хотя бы я прокачанный сейчас более-менее. О, у него крутые способности, слушай. Так, ну-ка давай еще когтями попробуем. Но если у меня криты выйдут... но нет, кажется, критов не будет. Но придется дальше прокачиваться, если мы проиграем, да? Потому что, ну... О, он очень больно бьет. Очень больно. Мне придется реально прокачиваться сейчас. Потому что, ну, даже если я сейчас 3 крита подряд выбью, я, наверное, его не выиграю. Давай еще. Ах, ладно. Так, не получается. Когти у него сильнее, конечно, оказываются. О, я его победил! Смотрю, у меня сколько там здоровья осталось. Совсем чуть-чуть. Жесть, я его смог победить в самую последнюю секундочку. Так, теперь давай вот ступни, наверное, да, вот эти. Так, ставим сюда. Все. Но атака у меня не появилась, кстати. Надо, наверное, полностью ноги прокачать. Мне еще тут сколько надо? Получается 380, 430, ну и 500. Наверное, еще раз 3, наверное, придется перезапустить, чтобы прокачать его. И вот я в очередной раз прошел. У нас тут еще новый нуби-бум какой-то, подспорт, с которым мне еще придется сражаться. Но 1000 шестеренок я собрал, поэтому давай мы попробуем все-таки купить и доделать нашу сборку. Так, отлично, это тоже покупаем. И куда? О, челюсть у меня собралась. Отлично, полностью собрался наш динозавр. Хорошо, можно его еще проапгрейдить, наверное, я думаю. Так, апгрейд. Апгрейд не так дорого стоит. Но все равно на него придется покопить каждый раз. Так, есть. Теперь у меня вот такой вот желтенький стал. Хорошо, еще надо немного. Так, а сколько у меня полная мощь-то? Надо посмотреть. У меня мощь 22 тысячи теперь. Фух, и с кем мне здесь сражаться-то? Не с кем же сражаться. Они все какие-то жесткие. Вот у нас, кстати, этот единорог. Давай попробуем его победить. Бамч. Ну нет, это вообще бесполезно. Жесть, он сколько мне урон наносит. Так, давай вот эту способность проверим. А не могу, мне нужна энергия для этого, да? А энергии у меня нет, хотя по нему криты наношу. Но он, смотри, опа, и все, и разобрал меня. Да, с ним невозможно сражаться. Может быть, можно здесь собирать как-то на дуэлях. Так, о, дуэли. Давай попробуем. Теперь против меня какой-то бычара вышел. Давай попробуем его победить. Бэм, ну-ка. О, он срубает вообще хорошо. Ну, слушай, как будто это дуэль не для меня. Как вообще с ним сражаться? Что-то какой-то сильный противник против меня вышел. Не кажется ли вам? Так, ну-ка давай еще. Да я даже не доживу. Он какой-то пушкой стреляет мощно. У меня такой нет.
Мне тоже нужна такая пушка. Бам! И все, он меня разобрал. Да, уж не повезло. Может быть, еще сейчас мне будет возможность. Так, кто-нибудь послабее. 50 тысяч опять. Ну как? Как мне с ними сражаться-то? Они суперсильные. Я не смог этого коня победить. Он, помню, вон, смотри, сколько легает своими копытами мощными. Давай еще вот так вот, бамч. Криты-то проходят, да, но все остальное нет. Обалдеть. Обалдеть. Так, ну давай. Там, кстати, какая-то стрелочка была нарисована. Не знаю, что она значила. Но, видимо, это тоже не для меня пока что. Мне надо еще сильнее становиться. Но хотя бы тренировочных ботов-то же мы сможем одолеть. Так, ну-ка. Они, кстати, тоже сильнее становятся с каждым разом. На, получаю, вот так вот. Я хочу проверить свою суперспособность. Я ее так и не видел. Так, давай, выносим. И энергия должна быть на максимум. Давай. Бэмч. Не, я его все равно выиграл даже быстрее, чем у меня накопилось. Так, ну, наверное, вот этот вот будет бот помощнее. На нем мы попробуем проверить. Вот у нас этот бот. Так, давай, иди сюда. Бэм. Есть. Ну-ка, о, жесть, как он много урона наносит. Так, когтями мы его бэмч. Так, еще. А он, кстати, вот у ботов нет суперспособности. Только у меха зверей есть. Так, давай, еще атака. И должна у меня наполниться. Так, бэмч, ну-ка. Да, есть способность, давай проверим. Используем. Бэмч. О, да, вот это хорошо. Вот это мне нравится, конечно. Так, и вот этого надо победить теперь. Заберем деньжата и прокачаем себя. Так, быстренько, быстренько, быстренько. Бэмч, хорошо, заблокировал еще урон. Я тоже заблокировал, отлично. Так, давай, побеждаем. Есть, урон нанесли. Следующий раунд. Давай еще когтями. Ну, я не знаю, есть ли смысл, вот он опять заблокировал. Давай попробуем хвостом ударить. Вот есть ли какая-то разница. Вот теперь хвостом, бэмч. Ну, 1000 урон нанес, допустим. А если я когтями сейчас ударю? Вот так вот. О, кританул! И суперспособностью давай добьем его. Ну-ка. Есть. О, вот она хорошо урон наносит. Это мне нравится. Так, выходим отсюда. Идем опять сюда и апгрейдим. Апгрейдим. Что нужно проапгрейдить? Да, вот эту штуку проапгрейдим. Теперь вот эту вот проапгрейдим, допустим, до второго уровня. Вот это проапгрейдим. Там еще дальше можно как-то апгрейдить. Так, у меня не так много осталось деньжат, на что можно потратить. Так, давай сюда и все. И у меня мощь, ну такая же, маленькая осталась. Кстати, у кошки мощь... у слона изначально 24 тысячи. А на этого, смотри, чертежи нужны. Какие-то и на этого чертежи нужны, и на этого чертежи. Это что за птеродактиль какой-то? Вообще донатский. Обалдеть. Ну, кстати, он, по-моему, здесь есть. Вот он. Давай выйдем против него, попробуем. Он, наверное, меня за секунду вынесет. Давай проверим птеродактиль. Иди сюда, птеродактиль. Бэмч. Че как клюнет? О, да, просто оторвал мне все, что можно было тогда. Бэмч, есть кританул. Так, ну теперь давай вот этим попробуем ударить. Давай, надо выжить. Нет, это невозможно, хотя у меня один хп остался. Так, давай еще. Бэмч, нет, все, он меня заклевал. Я хотел способность на него применить, но это уже оказалось невозможно. А если мы сейчас вот еще раз пойдем вот сюда. Так, в дуэль, 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 дуэль. Вот, 39 тысяч у него. Вот этот слон прокачанный. Ну смотри, у них есть пушки, а у меня пушек нет. Поэтому как-то надо прокачиваться. Где-то надо брать эти пушки. Может, это только у слона есть? О, а че он так кританул-то жестко? Я думал, я смогу с ним потягаться. Но, видимо, нет. Видимо, нет. Жесть, смотри, что творит, обалдеть. Обалдеть, так, ну, давай еще попробуем, так. Во, пушку, о, так, ну, короче, надо еще выбирать способности, с которыми надо сражаться, я так понимаю. Так, ну, давай посмотрим. Надо подбирать то, с чем сражаться. Во, смотри, какая прокачанная обезьяна у нас. Так, ну, давай попробуем вот эту способность. Так, я вроде больше урона наношу, типа, чем он. Так, я победил, так, давай вот эту вот. Равны атаки. И он тоже сейчас кританет, да? Ну давай вот это.
кто сильнее. Так, ну-ка, равны, одинаковые способности. Бамч! О, дед, я думал, я выживу. Так, ну да, вот эту способность. Равны. Бамч! Нет, я хотел использовать способность. Я даже так не смог победить. Обалдеть. Ну что ж, ребята, можно дальше прокачивать других животных, если хотите. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и, конечно, не болейте, не скучайте. Пока-пока.